Как всегда, Ферсу, это рубрика «Аккаунт загадка». В этой рубрике я вам показываю самые интересные аккаунты, которые вы мне скидываете в личку. Из них я выбираю, так скажем, самые интересные и показываю вам в видосе. Также, если вы знаете какие-нибудь очень интересные аккаунты, то скидывайте мне в личку, возможно, они попадут в следующий видос. Перед тем, как показать вам аккаунты, я так подумал, ребят, давно не было розыгрышей, поэтому первый такой небольшой символический розыгрыш будет всего лишь на 30 гемов. Он будет прямо сейчас, и условия будут очень простые. Ребят, если вы хотите выиграть 30 гемов, нужно будет сделать три простых условия. Лайк, подписка и комментарий со своим ID ВКонтакте, чтобы я смог с вами связаться. Итоги я подведу в следующем видеоролике именно этой рубрики, поэтому ждите. Короче, подыскал для вас несколько интересных аккаунтов, и первый из них очень интересный, потому что здесь всего лишь 6 трофеев и при этом 37 побед в 3 на 3. Я не понимаю, как это возможно, потому что, насколько я знаю, на таких трофеях кубки абсолютно не снижают. При этом у него 37 побед в 3 на 3, за каждую победу дают по 8 трофеев. И как получилось так, что у него 6 трофеев, у меня просто в голове не укладывается. Это очень странно, а также хочется обратить внимание на то, что у него Шелли 10 уровня, при этом у него все бойцы 1 левела. Я тоже не знаю, как это возможно, потому что у него всего лишь 6 трофеев, но возможно просто челик в донате. Еще интересно то, что у него на Шелли нет ни одного трофея, потому что, насколько я знаю, при первом входе в игру вы играете обучение и вам за него дают 8 трофеев, которые слить вы никак не можете. Возможно, он как-то умудрился проиграть это обучение, я не знаю, если я не прав, напишите мне в комментариях и по поводу побед в 3 на 3, потому что это реально очень интересная тема, потому что, насколько я знаю, кубки на таких трофеях просто не снижаются. Следующий аккаунт не менее интересный. Такие аккаунты я вам показывал уже в прошлом видеоролике этой рубрики, но самый интерес тут в том, что у него 600 трофеев и есть бойцы, которые не открыты именно на этих трофеях на пути к славе. То есть у него есть Бо, Брок, Динамайк. И самый прикол в том, что у него всего лишь 617 трофеев. Вы мне говорили то, что раньше Бо был эпическим персонажем, и всех этих бойцов можно было спокойно выбить из боксов, поэтому, в принципе, здесь нет ничего необычного. Еще, кстати говоря, интересно то, что у него Бо 10 уровня, и мы видим то, что это очень старый аккаунт, потому что 600 кубков и есть Бо. Видимо, это доказательство того, что раньше была совершенно другая система прокачки, вы могли просто прокачивать одного персонажа, по-моему, за эликсир. Если что-то говорю неправильно, поправляйте, потому что до релиза я не играл. Ребят, сегодня получился очень короткий видеоролик, потому что времени особо нету. А с вами был Ферсул, всем удачи, всем пока.